Екатеринбург на несколько дней становится столицей профессионального мастерства. Сегодня сюда со всей страны съезжаются лучшие из лучших, асы, золотые руки страны. Государственные корпорации, лидеры отечественной промышленности отправили на Урал лучших своих сотрудников, которые в течение 3 дней будут бороться за звание чемпионов в своей компетенции. Чемпионат в этом году очень большой. Мы ожидаем, что порядка 700 конкурсантов прибудет на чемпионат и около 600 экспертов. Уже в 6-й раз здесь, на площадке Екатеринбург-Экспо, ведущие специалисты госкорпораций, холдингов, крупнейших компаний страны показывают, на что они способны. Но есть важная особенность. В этом году организаторы решили убрать возрастные ограничения, то есть соревнуются все – и юниоры от 12 до 16 лет, и основные сборные профессионалов до 49. И впервые предприятия представляют настоящие супертяжеловесы – участники в возрасте 50+. Для них здесь проходит отдельный чемпионат «Навыки мудрых». Вот так, WorldSkills, все возрасты покорны. Впервые соревнуются работники компании, действующие работники компании, то есть это люди, которые в возрасте 50+, продолжают работать в компании. А еще WorldSkills Hightech 2019 – это 2 международных соревновательных зачета. Компетенции будущего – Future Skills, бои роботов. И кроме того, любой желающий может попробовать себя в различных высокотехнологических профессиях на площадках TriSkills. Соревнования в наших программах являются ключевой точкой, потому что соревнования – это, условно говоря, выставочная площадка, это выставка профессий. Для того, чтобы люди понимали, чему и как учиться, собственно, чему можно обучиться, нужно прийти на соревнования, посмотреть, увидеть эту профессию. По итогам финала кто-то получит медали, кто-то привезет диплом участника. Но уже сейчас понятно, что этот хай-тек войдет в историю чемпионатов как открытое, доступное для детей и взрослых соревнование, где профессионализм – норма для старших и младших. Ведь высоким уровнем мастерства можно овладеть в любом возрасте.